Я знаю, каково это, капитан. Не в этот раз. Хадира отдали русским. Его убьют? Если повезет. Вы опять спасли свободный мир, капитан Прайс. Хадир нашел завод Баркова в Восточной Грузии. Химзавод? Хотел его уничтожить. Хадир совсем рехнулся. Все мы чуток рехнулись. Не так ли, Алекс? Так точно, сэр. Поможешь? Мы закончим, что он начал. Вы хороший друг, капитан. И явно опасный враг. Но я не лезу за чужие границы, а берегу свой народ здесь, дома. Но иногда лучшая защита — это... Здесь все есть. Планы, персонал. Ясно. Это может сделать ополчение, не связанное с Западом. И все свалят на террористов. Ведь так? Не зря я вам верила. Если Барков там, он мой. Это тайная операция по уничтожению лаборатории Баркова. Там внутри Николая, он обеспечит взрывчатку. Два отряда проникнут туда. Мы с Гериком установим заряды на трубах. Фара и Алекс, возьмите у Николая детонатор, заминируйте главный реактор. Как установите заряды, отходите на безопасное расстояние и взрывайте. Ласвелл дала нам поддержку с воздуха, остальное за нами. Бойцы на северной стороне моста. Запрашиваю удар. Понял, 3 секунды. Тук-тук, кто дома? За мной, не отставать! Периметр открыт, Кейт, мы идем. 3-1, передаю управление ударами воздуха. Авиация перевалит. Спасибо, Кейт. Контроль у вас, 3-1, забирайте переправиться. Отбой. Thank you.
отряд Эхо. Начнете отсюда. Пробейтесь к Николаю за заряды. Маски, Марков, Марков, пусти газ. Маски, опыт, уходим. За работу. Пробьемся. Для лаборатории они вооружились на совесть. Мы все это похороним. Рассредоточиться! Идем, второй этаж.
взрыв, начнется тьмую реакцию. Взорвем реактор, пахнет все. Правильно, не потеряй. Зачем помогаешь? Барков позорит мою страну. Это непозволительно. Спасибо, Николай. Отнесу остальное Брайсу и Герику. Увидимся на той стороне. Неплохо.
Клара, у нас проблема. Эхо, я главный, как слышите? Слушаю, главный. Вижу генерала Баркова. Повторяю, он идет к вертолетной площадке. Главный, эхо на подходе к реактору. Ставьте заряды и уходите. Вас понял. Конец связи. Слышу. Идем. Реактор там. Там дверь. Иду. Чисто. Что случилось? Детонатор накрылся. Ну да. Я пойду. И зачем? Поджечь реактор. Ты не успеешь уйти. Я знаю, что делаю. Фара, послушай. Нет, это ты послушай. Из-за этого газа мои люди испытали нечто похуже войны. Я просто не могу теперь уйти. Я не прошу тебя уйти. Только отдай мне приказ. Не отдам. Командир, прошу. Нет, я не твой командир. Ну а кто? Кто-то должен зажечь этот огонь, а кто-то убить Баркова. И то ты не сделаешь. Я выполнял приказы всю жизнь. В такой я могу поверить. Дай мне приказ. Ты борец за свободу, Алекс. А ты лидер, Фара. Дай приказ. Иди. Есть, мэм. Удачи. Понял вас, эхо. Пробиваемся к трубам. Отбой. Готов, сержант? Нет теперь правил, да, капитан? Никаких. Но на снайпере и покажем. Машины! Сели! Ю!
Внимание! Осталось двое! Работай! Все, ставь заряды, начинай! Ставь заряды, уходи, Кайл! Труба заминирована! Капитан, Барков мертв. Понял. Алекс, заряды установлены? Так точно, сэр. Алекс. Реактор окружен. Я отсюда не выберусь. Закончим дело. Спасибо. Да, мэм. Все чисто, капитан. Понял. Все посты по моей команде. 3, 2, 1. Рим. Россия, матушка, одобряет. Куда летим? В Урзыкстан. Домой. Чай? Да, приличного пива. Тут все равно нет. Россия бросила Баркова. Но выбора у них особо не было. Он мертв. Ты неплохо замял нашу проблему, Джон. Пока. Но без присмотра. Нет, нет. Генерал Шепард достал файлы, что ты просил. В чем конкретно их суть? Спецгруппа.
У нас уже есть хвосты. Я их обрублю. Я плачу агентам, а не боевикам. Тогда пей свой чай. Захаеву нужен трон Баркова. Я чуть не закопал его в Припяти с Макмилланом. То был отец. А это сын, Виктор. Славная семейка. Они поклонники Хадира. Это объясняет, почему он еще жив. Хотят вытащить его. Тогда и мне что нужно. Кто с тобой? Сержант Гэрик. Кайл? Его называют Газ. Он вроде не спорит. Джон МакТавиш. САС, снайпер, подрывник, кличка Соуп. Почему? Засекречено. Вот и он. Саймон Райли. Нет фотографии. И не будет. Ну а остальное... знать пока незачем. Если не договоримся. Как ты называешь свою команду? 1-4-1.